Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Видите, там коза у нас и два козленка. Сейчас мы будем их выводить гулять. Стой, куда? На клубнику-то. Стой, стой, моя хорошая. Пойдем. Как всегда, при выходе нужно обгрызть малину, да? Пойдем, пойдем, коза. Пойдем, коза, коза. Идем гулять мы в переулок. Здесь козу подвязываем и целый день за ней смотрим. Ну, периодически, конечно. Подкладываем травку, потому что здесь не очень травка. Наливаем воду, приносим хлебушек. Да, коза? Ты коза, моя коза. Где моя коза? Тебя там видно? Мяу. Давай пойдем. Любит еще она пролезть под забором, обгрызть всю малину. Ежевику мне всю съела. Вчера на груши покушалась. Вот такая она безобразница. Что? Сейчас детей твоих приведем. Будешь гулять. Все, сейчас будем фиксировать ее. Каким-то образом, чтобы она не сбежала, что она делает периодически. Что ругаешься? Пойдем.
Вот и вывели козочек погулять. Сейчас я пойду принесу водички, хлебушка и оставлю их здесь пастись. Козочка будет молоко набирать, а козлята будут гулять. Очень миленькие животные. Вставлю еще несколько кусочков видео. Сразу после того, как купили козочку. Посмотрите, какие они милашки. Все, всем пока-пока. Приятного просмотра.